Ситуация с вывозом мусора в Новоуральске находится под пристальным контролем администрации города. Специальная комиссия, созданная для оперативного решения проблемы, ежедневно координирует действия с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области. Как ситуация обстоит на сегодняшний день, расскажем далее. Муниципалитет продолжает активно принимать участие в устранении проблемы, возникшей в работе регионального оператора ТБО «Экосервис». Горожане замечают, что мусор вывозится. Однако, конечно, не отовсюду. И во многих местах, в основном это контейнерные площадки, мусор не вывозился по несколько дней. В городе на сегодняшний день работает 15 единиц техники. Это транспорт дорожно-коммунальной службы, МУПритуал и городских предпринимателей. Да, в том числе это и газели. Но пока до прихода техники рекоператора, и это большая помощь. Некоторые районы процентов на 60 не успевают. Значит, объясняют это тем, что, к сожалению, там осталась часть невывезенного опять в Южном районе, поэтому они начали сегодняшний день с Южного микрорайона и дальше уже с отставанием пошли. Подтверждают, что сегодня они заканчивают, и завтрашнего дня подтверждают, что будут работать уже в более-менее плановом режиме. Более-менее. Сейчас основной вопрос – это налаживание взаимодействия между ТБО, Экосервис и управляющими компаниями. Чтобы мусор к подъездам выставлялся только к приезду мусоровозов и не стоял там часами на жаре. Специалисты комитета по ЖКХ и жилищной политике администрации округа каждый день после поступившей информации о том, что мусор вывезли, совершают объезд по городу и проверяют эту информацию. Как проверка проводилась? То есть мы взяли график вывоза мусора и, соответственно, уже ехали в то время, когда уже по графику должен быть вывезен мусор. Если по центральному все более или менее настроилось, то в лидерах у нас по невывозу остается привокзальный, западный район. 75% получается мусорокамер, я в процентном отношении, 75% мусорокамеры и 40 контейнерные площадки не вывезены. За ним идет Бунарский район, 73% не вывезены мусорокамеры и 4% контейнерной площадки. Привокзальные также 50%, 67%. То есть процент остается высокий. Только по центральному району вот на сегодняшний день можно говорить о том, что более-менее констатировать. А фотоматериалы все есть, то есть отчетная информация подтверждена фотоматериалами полностью. По графику у нас, грубо, дается время от выноса с мусорокамеры до вывоза, там час, до часу, скажем так. На сегодня, ну, в связи с экстренной ситуацией, договорились, что давайте мы контролировать будем от выноса с мусорокамеры до вывоза 2 часа. Посмотрим, могут ли они в таком режиме работать. Выходные акцент нужно сделать на вывозе мусора с гаражных массивов. Там ситуация пока очень напряженная, потому что эти площадки не входили в первоочередной график вывоза. Вывозить мусор оттуда будут силами дорожно-коммунальной службы. Набор людей и транспорта в ТБО «Экосервис» продолжается. Желающим подработать в вывозе мусора из города будут рады. По итогу завтрашнего дня ТБО «Экосервис» обещает войти в плановый режим и работать строго по ранее установленным графикам. Альбина Евсеева, Николай Ларионов, Новоуральская вещательная компания.